Неважно, насколько мы умны, компетентны, сильны, какими бы способностями мы ни обладали, без благости в наших жизнях не будет успеха. Подлинный успех придет лишь с появлением в вашей жизни благости. Иначе у вас будут все детали, но если их не смазать, такой механизм не будет работать. Мы не знаем, что вы сделаете или не сделаете в своей жизни. Станете ли вы самым богатым человеком в мире или самой красивой женщиной на планете. Но каждый из вас может стремиться стать чудесным человеком, и никто не может вам в этом помешать. Запишите три вещи. Когда вернетесь домой, запишите три вещи, которые, по вашему мнению, превращают человека в чудесное существо, и воплотите их в своей жизни. Что вы считаете самым лучшим? Не нужно делать то, чего хочу я. Делайте то, чего хотите вы сами. Если в своей жизни вы не будете делать то, что хотите, вы потратите ее впустую. Вы не должны делать то, что от вас хочет кто-то другой. Эти три вещи, которые, как вы считаете, сделают человека по-настоящему прекрасным, воплотите их в своей жизни. И встретимся здесь снова в следующем году.